Что касается субботников, то для нас это традиционно. Планово, я бы сказал. Мы каждый год планируем эти субботники и весной, и осенью. Поэтому у нас есть свое уже закупленное инвентарь. В этом году, как никогда, мы высадили очень много деревьев. Очень много компенсационных посадок было взамен удаленных старых деревьев. Очень большую помощь в этом оказала нам учащиеся, ну, молодежь города Минска. На прошлых субботниках нам помогал Белорусский национальный технический университет. Студенты молодцы, им большая благодарность. В этот раз нам помогает лицей номер 12, тоже профессиональные ребята. Тоже пришли со своим оборудованием, с перчатками, вот в спецодежде. Молодцы, очень слаженно работают и умеют держать грабли и инструменты в руках. Вот, большое им за это спасибо и благодарность от жителей нашего микрорайона. Ну да, вы его там не перепутали. Ребята у меня немножко трудолюбивы, в плане того, что как бы и надо же прививать сразу их специальности, что труд это самое главное, что есть. И поэтому ребята хотят всегда быть помочь, как бы им потом идешь, показываешь. Вот я никогда с девушками сами же гуляю, им все время привез к примеру. Свои же какие-то труды, когда обучался или работал. Вот и вместе с ребятами показываешь, вот это здесь я делал. И как бы их тоже это заинтересовывает. И как бы они всегда идут навстречу и выходят инициативно поработать. Должно быть всегда самому приятно, правильно, выйти, увидеть порядок, чистоту даже вокруг своего дома. Когда вот приходят учиться к нам, мы начинаем, чтобы вот они выходят у нас тоже на уборку листвы и всего остального, как бы им, чтобы они приятно было выйти во дворик, посмотреть на это. И как бы вот это их, мне кажется, заманивает все. И я думаю, что как бы должны вся молодежь на это смотреть и стремиться к этому, чтобы было все чистее и красивее для себя же самого. Коленки отбивают. Это плохо. Мечничек по благоустройству территории Советского района города Минска продолжается. На территории Советского района активное участие принимают и учащиеся, и студенческая молодежь, обычные жители нашего района. Сегодня наши студенты и учащиеся молодежь очень активно принимают участие на благоустройстве зеленых зон, скверов, бульваров нашего района, дворовой территории. Принимают активное участие в акции «Зеленый двор вместе». Я вам скажу, что молодежь наша хороша, отзывается очень активно на все наши акции. Поэтому им огромная благодарность и нашим вузам, это БНТУ и БГУИР, колледж и лицей, которые размещены на территории Советского района. Субботники у нас на территории Советского продолжаются. Я призываю наших граждан, которые живут в наших домах, выходить активно, выходить на благоустройство своей территории. Только совместными усилиями мы можем сделать наш Минск красивее, чище и удобнее для проживания. Поэтому всех призываю выйти на субботники.